Сегодня мы будем бороться против сервера 285, который находится на нашем межсерверной войне. Ну и давай вот сюда вот к Маркусу тпшнемся. Поехали. Сейчас заедем. Так, F3 мне надо, да, куда-то отправить? Так, что у нас тут? Тут у нас что-то такое серьезное, да, у них тут собрались. Тут хантов очень неплохо. Потому что никто не защищает. Оп. Так, давай заедем сейчас сюда. Ну, давай посмотрим, что у нас тут по гарнизону. Сириус, Пунишер, Сник Ангел, Мейн, Серхан, Биг Босс, Йоко и я. Ща он выбит всех. Бабах! Не, он не пробил. Ё-моё, одно что лучше. Так, ладно. Давайте посмотрим, что, куда мы можем еще отправить. Вот сюда мы можем отправить. Что у них тут? Фрэнк. Ну, защищаться-то не самое интересное. Ё-моё, они так вообще будут полтора года выбивать. Ну, сейчас вот выбьют. Теперь еще и я буду в гарнизоне сидеть. Нужно куда-то отправить F2. Тут хантов очень приличное количество, но я что-то вообще не хочу с ними воевать. Можно было, кстати, вот сюда вот залететь реально. И вот здесь вот с ними поместиться бы весело. А вот он, потому что мы там уже проигрываем. Нас тут потихоньку выбивают. Ладно, можем выехать потихонечку отсюда. Так. Что у них по очкам? У них пока по очкам все не очень. Сейчас мы тут... О, атака. Это пойдет. Так, давай два отправляем сразу. Нет, мы отсюда никуда не уедем. Тут нормально народу. Прилично их. Так, а мне нужно куда-то F3 отправить. Так, тут море защищается прекрасно. Ладно, сейчас посмотрим, что они у нас забрали, и туда и отправим. Опа, поражение. Так, тут победа. Поражение от кого? А, ну тут еще и поражение неплохое. Так, точно, надо же всех вылечить срочно. И еще раз. Поехали. Так, что у нас там по списку? По списку все понятно. Не этот список нужен, вот этот список нужен. Так, давай-ка мы вот сюда разведочку кинем. Кто у них там? Пика Галуш. Нормально, он там 23-м левелом забирает. Так, что у нас там опять победа? Поражение. Маркус, да? А у Маркуса что там за армия-то? Ага. Ну, такая себе. Надо просто не забывать лечиться. А что если? Атака вот так. Потом атака вот так. Так, давайте посмотрим по списку. Какой-нибудь вот сюда вот разведочку надо кинуть. Сюда вот разведочку надо кинуть. Посмотреть, что у нас там защищается. Так, смотрим. Раз. Так, этот поражение, этот. И это, да, поражение. Сейчас посмотрим, что мы там напоражали. Чего мы там пробить-то не можем? Этого Маркуса?
крипер какой-то. Что там за крипер? А, ну там не сильный, просто я его, да, не пробил. Так, поехали. F1, F2. F2 поражение, что у нас там? Вот Маркуса, да, еще раз. Давай, надо пробивать его. Так, что по разведке? Может, сюда F4 стоит отправить? Так, кто тут сюда бежит? Так, возвращение опять не пробили, да? Видите, нужно успевать и за сообществами всеми следить, и лечиться. Это вообще капец как неудобно. Так, тут Винтер прилетел. Винтер у нас с чем? 109, прекрасно. Поможет позащищаться какое-то время. Так, давайте по разведке. Тут галуш, блин, этот. Галушка. Так, ну этого я тут не пробью однозначно. Там еще одну же разведку вроде кидал. Так, мы в гарнизоне, супер. Вот. Вот этого я пробью. Давайте-ка мы вот сюда отправим сюда свой F3. 5.38, прекрасно, как ты долго там будешь тусоваться. Ну, нормально. И F4 надо куда-то отправить, типа... Куда-нибудь можно вот сюда, вот я не знаю. Давай пару разведок. Ну, а у меня еще разведки все. Ну, попробуем, что... Попытка не... Так, что они там? Винтера пытаются пробить. Ну, Винтера пробили, замечательно. Сейчас мы тогда будем тут отбиваться. Так, 69-36. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ну, вон, ну чё, их так налетело-то, смотрите, приличное количество. Очень неплохо. Так, ну давайте посмотрим, что у нас там по... Go-Go 12 миллионов, Winter 10 миллионов. Что-то мы в этот раз как-то мало набираем очков. Мы где-то не в том месте, видимо, встали. Так, давайте посмотрим, что у нас по... Ну, комп-5 у нас там понятно, что... Товарища Алекса попробуй, иди выбей. Тут Winter сидит. Бьорн, Куропан, молодцы. Все, кому не лень. Так, у нас гарнизон почти отбитый. Это вообще просто прекрасно. Что у нас тут сидит? Ничего у нас пока не сидит. Все, давай возвращаем. Мне надо выхилиться. Сейчас быстро отсюда всех выкинут. Давай, побежали. Побежали. Так, тут Маркус пойдет. Надо F2 под самый конец куда-то отправить, чтобы он завоевал один из моих красных. Так, ну поехали сразу еще одним. Так, что у нас там? Победа. Кого мы там победили? Мы там какого-то доктора Кнайта победили одного. Ага, тут же поражение. От кого поражение-то? Популувар. Популувар, в принципе, то был неплохой. Что, набег был, что ли? Так, стоп, это мне вообще не нужно. Так, поехали. Поехали. Так, тут тоже была победа. Да они тут слабенькие на самом деле. Ну, блин, что-то я их не пробиваю. Так, смотрим, F1 сейчас у меня туда заедет. F2, мне кажется, с набега просто надо бить. Раз. Два. Давайте-ка мы F2, наверное, попробуем набегом бахнем. Смотрим, насколько это будет эффективно.
Сейчас посмотрим, кто там у нас на бег набьется. Угу. Набег нафиг никому не нужен, я так и понял. Как тут можно посмотреть на набег мой? Ну, просто никто в набег не собрался, молодцы. Так. Оу, бубух, выехали. Ну, у Маркуса там ничего, хп уже не было. Поражение, потому что в набег наш никто, как обычно, не вступил. Ну, давай еще раз попробуем набег сделать. Но тут на набеге вообще всем пофиг. Вот очень неудобно сделано. Вот как вот тут вступить можно в набег? Скажите мне вот. Бах. Поражение. В самом конце Маркусу проиграли просто. Да Маркус там не сильный. На, о, как можно налистать. И мы опять одни. Давай, бабах. Всех выгнали, а толку не особо много. Я всегда в тех местах, где просто не посидишь. При том, что я, кстати, так и F3 не смог ничего забрать. Сообщество номер 12. Где есть тут по какому-нибудь другому сообществу? Где атака-то была? Вот она же тут буквально недавно была. Жесть, у них там сидит 870, 720, я не пробил их просто. Тут мы тоже их не пробили. Печаль какая. Так, опять не пробили. Да что такое-то? Так, 6 минут 11 секунд. На-на-на-на-на-на-на. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут ближайшее есть, куда можно добежать. Вот сюда вот можно добежать. Сейчас мы сюда разведаем, посмотрим, что у нас тут сидит. Так, тут у нас 21 левел сидят, я у них не отобью это сообщество быстрее всего. Тут у нас что? Тут у нас достаточно неплохой гарнизон. Из таких неплохих дядек, да, сидит? Надо будет сюда отослать им. 6980 очков у них. Хорошо. Вот когда-нибудь что-нибудь пробьем. Так, сообщество номер 2.
Вот, сообщество номер 3. Что мне тогда не далеко идти-то? Что, прикалываете, что ли? Нет, конечно, я проще так нападу. Тут слишком много, я не успеваю их отбиваться от них. Что у нас там? Мы на 4-м месте. Так, давай лечим. Активно лечим. Так, ну что, куда мы побежим? Так, ну тут они 100% это-то удержат сообщество. Так, ну давайте в какое-нибудь сообщество, например... .59, давай мы тебя ускорим. Ты должен однозначно туда успеть. А мы пока тут повоюем. Победы позабираем. По 640-то очков. Ну, четвертое это сообщество, это понятно, что они. Так, стоп. Я уже там вернулся. Я хотел посмотреть, что у нас там по гарнизонам. Ну, тут понятно, что они вечность будут пробивать Алекса. Там кого только нет у нас. Да тут-то я пробивать-то пробиваю, а толку-то от этого? Бах, опять победили, да? Победили, но толку-то от этого никакого нету. Пупловар. Такие вот пробития там 300 800 167. Надо два прям таких мощных отряда, чтобы оба выбивали. Поэтому вот по вот этой причине я буду выкачивать губернатора, чтобы пробивать двумя отрядами, а не одним. То видите, одним я заезжаю, а второй не может выбить. Поэтому мне нужно два полных отряда. Видите, первый-то у меня спокойно все выбивает. Чтобы у них там не было. А у них там ничего толком и не было. От кого я так много получил? Последнего? О! 90, 99, 100. Ну, только с Т7. Неплохо она мне так атаковала. Так, нужно всех вылечить. Ладно, сейчас проатакуем. Так, смотрим, 10 секунд. Оп-оп-оп-оп. Сейчас мы тут заберем. Да. Мы тут забрали, что тут было? Да, тут мелочи были. Но все же. Так, за 1,5 минуты мы забрали. Нам сейчас нужно посмотреть, смогу ли я... удержать и забрать 50% за 1,5 минуты. Да ё-моё. Он почему-то F3 атакует. Нет, мы за 1,5 минуты забрать не можем. Нужно больше времени. Обидно. Вот видите, мы заезжаем, а мы вообще даже не пробили в этот раз. Мелоди, потому что тут крипер был. О, нифига, у крипера 2 миллиона повозка, блин. 90, 74, 99. Неплохо он мне так снес, слушайте. Повозка все-таки очень сильно решает, я так понимаю. Потому что у меня 90, тут у него хуже одета, еще и герой слабее. Жесть. А, ну он защищается же.
Я все забываю этот момент. Ну вот 26 миллионов, мы четвертый. В этот раз как-то не густо, если честно.